Товарищи офицеры, равняйся смирно. У нас достаточно серьезная сейчас боевая обстановка на фронте. Фактически, я не знаю, откуда у англо-американских войск набралось такое количество вооруженных сил в Африке. Они прямо движутся сплошным фронтом, и ничего подобного мы ранее не встречали. Хотя, по идее, такое следовало встретить в Европе. Товарищ Боков продвигается дальше к аэродрому для того, чтобы выбить окончательно, решить вопросы с противниками. Вся остальная техника заняла позиции, ну и нам необходимо буду лично командовать захват завода около Асмары. Ну что, товарищи, никаких серьезных проблем с захватом завода не произошло, поэтому придется выдвигаться тогда быстрым темпом к аэродрому в центре театра боевых действий, чтобы захватить и его. Есть небольшое количество техники, я думаю, мы сможем это взять и тем самым расширить зону действия нашей авиации. Обновите, пожалуйста, данные о ГАЗ, посмотрим, что делает противник. Ну, понятно. Решила нападать на наши склады. Приготовиться к обороне. Боевая тревога всему личному составу, приготовиться к бою. Пехота, немедленно подъем. Выходим, подъем, окопаться. Так, товарищи танкисты, живо на этот фланг. Давайте-ка, ЗУ-57. Диверсанты рядом, пехота. Подъем, бегом, марш. Отставить, окапываемся. Окапываемся, окапываемся. Залечь. Шел как к бою. Так, уничтожить танки противника. Шилки, откатываться. Откатываться назад. Живи, 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 живи. Покинуть позиции. Танку развернуться, приготовиться к бою. Пехоте. Окопаться. Окопаться, окопаться, окопаться. Отлично. Смотрим позиции. Танку огонь. Развернуться в направлении противника. Огонь. Я не понимаю. Товарищи танкисты, что вы делаете? Уничтожаете противника. Хорошо. Следующий танк. Где Шилка? На передовую разобраться с пехотой противника. Ну. Шилка стоять. Ближе. Вот, теперь следующий танк. Шилка рядом. Хорошо. Занимаемся пехотой. Объект к бою. К бою. Шилка на передовую. Отлично, мост уничтожен. Поздравляю личный состав базы с выполнением боевой задачи и успешным отражением атаки противника. Экипажу танка Т-279 представить к повышению. Ну а дальнейшие атаки. Смотрю, они концентрируют ударные группы. И куда это продвигаются? Вот этот фронт я вообще не понимаю. Так, я смотрю, они пытаются маршем прорваться на Аравийский полуостров. Ну, нефть не дает им спокойствия.
Не знаю, опрометчиво, опрометчиво, как по мне. Так, давайте-ка, товарищ Боков. Берем аэродром противника. Молодцы, хорошо выполнили боевую задачу. Теперь, значит, бронетехника поврежденная пусть ремонтируется, а вы выдвигаетесь дальше к радарам. Здесь мне нужно оборону держать. Бронетехники немедленно на базу. Аэродром прикрывать. Но мои части сейчас возьмут центральный аэродром, представляющий самую важную точку на данном театре боевых действий. Приступить к боевой задаче. Так, танк Т-55 в ремонт. А остальным частям давайте-ка выдвигаемся на радар. Товарищи красноармейцы, равняйсь мирно. Сегодняшняя ваша боевая задача — взять радарные установки в центре театра боевых действий. Они снабдят нас важной разведывательной информацией о перемещении и концентрации войск противника, что позволит избежать внезапных атак, засады и потери среди личного состава. Поэтому ваша боевая задача сегодня спасет жизни многим. К ее выполнению приступить. Так, диверсанты, давайте-ка на этот фланг. Слушаюсь, я. Тоже идем сюда, 57-я. Есть артиллерия, вперед. Танк к этим кустам подъезжаем. Могу действовать. Наступаем. Вместе! Марш! Начинаем движение. 57-я. В боевом порядке наперед. Всем внимание. Ждем приказа. Пристреляли. Хорошо, стоим. Жду приказа. Выступаем. Товарищи диверсанты, ближе. У вас дальность обзора лучше. Смотрим. Идем вперед. Седьмая, работаем, работаем. Давайте-ка двигаемся боевым порядком. Отлично, сработано, вперед. Танк пересечь мост. Еще десанты тоже пересекаем. Шестой взвод, давайте-ка занять окопы. Не понял, танку вперед. Это другое дело. 57-я. Давайте-ка вот эти заборы сметем. Жду приказа. Диверсанты. Ставит залечь. О, ты смотри, как. Удачно, да? Так, уничтожить зенитное орудие. Уничтожить зенитное орудие противника. Жду приказа. Офицера убили. Так. Наступаем. 57-я, уничтожить зенитное орудие. Ближе. Ну. Жду приказа. Наступаем. Десанты ближе. Отлично. Танки ближе. Готов. Диверсанты сюда. Сползаем вниз. У нас здесь артиллерия. Подтянуться. Еще есть пехота. Давайте-ка первый, второй взвод тоже на передовую. Шагом марш. Могу действовать. Идем вперед. Угу. Наступаем. Там ничего не видно. Пехота. Выступаем.
Отступаем. Давайте-ка живее сюда. Какой приказ? Готов. Наступаем. Ага. Потеряли. Здесь. Еще сюда. Наступаем. Слушаюсь. Так, товарищи артиллеристы, выезжаем на передовую. По машинам. Начинаем движение. 57-я вниз. Зарядить противотанковыми. Добро. К бою готов. К маневру готов. Пацаны, диверсанты ближе к перекрестку. Действуем совместно. Давайте, конечно. Оба. Начинаем движение. А вот это. Точно так. Танку ближе. 57-я, давайте-ка заедем. Смотрим. Есть. Ничего нету. Есть. Так, а вот и бронетехника противника. Внимание. Террористам залп. Исполняем. Заминировать местность около танков противника. Пехота вперед. Это да, это вполне возможно. Так, 57-я, давай-ка ближе, танк тоже. Сам-то просматриваем позиции. Слушаюсь. 57-я, давай-ка работаем по пехоте. Танку развернуться, приготовиться, окопаться. Пехоте на передовую. Хорошо. Уничтожить орудие. Еще не сам-то ближе. Так, а теперь нам надо будет все это разминировать. Слушаюсь. Сюда на передовую. Так, сейчас ванженцы сразу перезаряжаем, пожалуйста, артиллерию. Все равно нам патроны куда-то надо девать. Танки на передовые рубежи. Что у нас здесь? Строительство завершено. Угу. Ждем приказа. Раскручивай аккуратно. Готов. Подъем. Наступаем. Инженерные войска. Товарищи саперы, разминировать вот эти мины, пожалуйста. Уже в пути. Танки обездвижены, это хорошо. Приказ всем. Назад, 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 назад. Все, да. Точно так. 57-й. Приказано стоять. Вперед, марш. Отъездился. Отлично, возвращаемся назад. 3, можем разминировать. Еще саперы прибыли, давайте-ка сюда. Едем. Могу действовать. Пехота живей. Я. Артиллеристы, внимание. Куда вы можете достать? Нет, не надо отставить. Общий приказ. Артиллеристы. Давайте, внимание, подвигаемся сюда. Я. Пехота, выступаем. Попробуем взять танки. Идем вперед. Это же все равно у нас всего лишь это самое. Простое минное поле противотанковое. Вы должны уцелеть. В чем дело? Назад, назад, назад. Наступаем. Здесь у нас что-то. Арт-позиция. Артиллерия. Зал по зоне. Саперы, ремонт. Действуем совместно. Перезарядить. Идем обычные батареи. Снаряды. Командир батареи на связи. Здесь. Слушаюсь. Пехота рядом.
Удалось или не удалось? В общем, вопрос. Огневой рубеж. Давайте-ка еще раз сюда же. Бьем по цели. Не знаю. Приготовятся саперы. Отремонтируйте мост. А теперь разминируйте вот эту часть. Едем. Снаряды кончаются. Отлично, все получилось. Вижу цель. Противотанковые снова зарядить. Саперы. Хорошо, хорошо. Уже в пути. Это просто прекрасно. Можем разминировать. Слушайте, десанты, пересекаем. Слушаюсь. Подъем. Пересекаем мост. Идем вперед. Ага. Сделаем вместе. Отставить. Слушай, десанты отставить, залечь. Наступаем. Назад, назад. 57-я пересечь. Есть. Даешь? Поехали. Точно так. К маневру готов. Танку тоже пересечь мост. К маневру готов. Точно так. 57-я. Давай-ка попробуем проехать по фланге. Стоп, стоп. Танку держим позицию. 57-я. Уничтожить вышку. Никого нет. Давайте-ка двигаемся. Двигаемся сюда. 55-й тоже в этом же направлении. Товарищи десанты. Подъем. Давайте-ка пересекаем. Мост тоже пересечь мост. Разминировать дальше. 57-я сюда. Стоп. Танк тоже рядом. Вот это уничтожить орудие. Стоп. Т-55 выезжаем. Десанты, смотрим. Сюда поехали. Укрепиться. Уже движение бронетехники противника. Пехоте занять. Вражеские танки приготовиться. Залечь. Наступаем. Что-то там у нас едет. Саперы не подведут. Продолжаем разминировать. Уже в пути. Продолжаем разминировать. Товарищ. Что-то у них там едет. Действуем совместно. Да. Позиция. Готов. Пехота вперед. Идем вперед. Давайте-ка займем здание. Что-то тут у них катается. Товарищи десанты. Посматриваем. Немедленный ремонт. Танки, огонь, огонь, огонь.
Твою мать, 55-й, давай-ка. Даешь? Сюда. Даешь? Отлично, пехоте вернуть в машину. Давайте-ка еще саперы на передовую. Еще пехотинцы заняли следующее здание. Ты 55-й к бою. Ух ты ж твою мать. Ты 55-й сюда. Уничтожи танки противника. Хорошо, следующий. 57-й рядом. Пехоте подъем, бегомарш. Выступаем. Десанты, нет. Только. Идем вперед. Танки к бою. Ждем приказа. 57-й сюда. Это 55-й на центр. Там уже не осталось против, да, пехоты. Давайте-ка снайпер сюда. 57-я. Проехаться вдоль, уничтожить вот эту. 57-я. Давай вот это зеленое здание, они любят там еще. Прятаться. Танк вперед. Уничтожи танк противника, давай. Вперед! Есть, хорошо. Выбиваем все, что осталось. Пехота. Точно так. 57-я. В боевом порядке вперед. А это сдаются, да, походу, ребята. Огонь. Какой приказ? Пара выстрелов, перед снарядом. Есть. Добиваем. Благодарю командование за очередное воинское звание. Служу Советскому Союзу. Так, аэродром мы взяли. Это хорошо. И радарную вышку. А у противника фактически ничего нету. А у него вот все войска сосредоточены. Ну что ж, нашим придется держаться. Как только могут. Так, а что эти? Части, этим частям некуда двигаться. Ладно. Пусть Агас обновит данные. Я хочу посмотреть, что будет действовать противник, как будет действовать. Боевая тревога всему личному составу. Немедленно занять боевые позиции. Могу действовать. Противник пытается выбить нас. Из какого направления только? Немедленно окапываемся. Точки десанты, подъем. Уходим. Я понял. Окапываемся. Артиллеристам живо на берег. Товарищи пехотинцы, вперед. Зенит установки. Танки сюда. Давайте-ка, товарищи десанты, работаем. Хорошо. Пехоте живо сюда. Так, немедленно, стоп. Артиллерия. Перезарядиться, приготовиться противотанковым средством. Огонь сюда. Ближе батарея. Пехоте здесь окопаться. Десанты, уходим. Пехота окапывается. Взвод, бегом марш, пересечь. Мост.
Есть. Внимание, залп. Противопехотные зарядить. Залп. Ходим, 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 снайпер. Отлично. Седьмая, пересекай мост. Танку тоже пересечь мост. Рассматриваем, снайпер. Смотрим позиции противника. Давайте-ка сюда. Какой приказ? По машинам! Готов. Слушай. Что у нас там происходит? Выступаем. Огонь! Враг поражен. Бегом. Приказа. Хорошо. Седьмая ближе. Работаем в боевом порядке. Там ближе. Отлично. Дальше 57-я ближе. Товарищи танкисты, уничтожить эти самые безоткатные орудия. Давайте-ка уничтожить пехоту. Хорошо. Боевая тревога. Всем немедленно приготовиться занять боевые позиции. Выступай. Давайте-ка живей, живей, живей. Выезжала на берег Катюши, выезжала на берег Крутой. Вперед, артиллерия. Сюда пехота. Пересекаем мост. Давайте-ка выходим на побережье. Товарищи диверсанты, сюда ползем. Танк 57-я. Двигаемся к мосту. В срочном порядке. Так, смотрим. Диверсанты, уходим, 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 да. Залечь. К пехоте давайте-ка сюда. Окапываемся на побережье. Так, первая. Катюша, немедленно противотанковые мины зарядить. Огонь. Противопехотные мины зарядить. Вторая батарея. Вторая батарея. Противопехотные зарядить. Вперед. Заминировать позиции. Отлично. Снайпер ушел. Где мне диверсанты? Диверсанты тут хорошо двигаются сюда. Пехота на возвышенность. Взвод 2-ка сюда. В срочном порядке, снабженцы, перезарядить артиллерию. Где у нас ремонтные? У нас нет. Давайте вторую артиллерию тоже перезаряжаем. Смотрим позиции противника. Дальше десанты. Снабжаем информацией, да. И хоть и сюда тащат танкисты. Пересекаем мост. Приготовить обычными снарядами залп. Огонь по позициям противника. Значит, ближе. Танки сюда. Артиллерия. Обычными снарядами залп по позициям противника. Точно так же. Перевооружить обычными снарядами. Ближе к берегу. Пехоте стоять. 57-я ближе. О, снайпер может сюда смотреть, да? Так,
Товарищ артиллерист, еще раз залп сюда. Перезарядить противопехотные. Зарядить противотанковые мины. Обычные артиллерийские залпы меня не впечатляют. Это что, самое ближе, куда вы можете двигаться, товарищ снабженц? Серьезно, окапываемся. Так, противник застрял на мосту, это понятно. Пробуем выбивать. Товарищи танкисты. Так, попробуем с фланга обойти. Огонь по бронетехнике противника. Хорошо. Стоим. Уничтожить танк противника. Самое главное, танк противника уничтожить. Стоим. Уничтожить следующий танк. Давайте-ка сюда. Отлично. Хорошо. Танк отставить. Работаем. Да, уничтожим танк противника. Еще пару выстрелов, и все хорошо будет. Назад. Ты 55-й уничтожит танк противника. Третья волна. Боевая тревога. Всем занять боевые позиции. Немедленно приготовиться к обороне базы в третий раз. Катюши, на берег выезжаем, живо. Пехота сюда, давайте-ка. О, туда-сюда бегаем. Что поделать. Сюда пошли, занимаем позиции. Где у нас танки? Вообще, танкисты, вы знаете свою позицию, выезжаем. Снабженцы тоже на передовую, давайте-ка. Пехота сюда. Медленно взвод залечь. Двигаемся вперед. Диверсанты, уходим. Кто-то сможете... Твою мать, занять позиции! Занять окопы! Это нам очень много может стоить. Немедленно катюшам зарядить противотанковые мины. Огонь по позициям противника. Зарядить противопехотные мины. Огонь. Снабженцы, перезаряжаем артиллеристов. Сюда пехоте окопаться. Вот залег. Пересекаем мост. Диверсанты смогли уйти? Смогли, молодцы. Смотрим, отлично. Так, эти диверсанты давай-ка живой сюда. Значит, артиллерия. Зарядить противотанковыми с противоположной стороны моста залп. Пехота, пересекаем мост. Давайте-ка сюда, живей. Все, уже никуда не уйдут. Ну и куда они движутся? Что, приготовиться, товарищи, к атаке? Диверсанты, просматриваем позиции. О! Товарищи танкисты, ваш выход. Уничтожить танки противника. 57-я тоже рядом. Товарищи танкисты, стоп! Отлично! Хорошо. Есть. 57-я рядом движемся. Короче, танкисты, продолжаем огонь. 57-я, давайте-ка прикроем танк.
Танку продолжать уничтожать бронетехнику. Не надо концентрироваться по пехоте. Пехотой займется 57-я. Еще раз на аэродром нападают.